Текущее время 8:47 утра. Внешняя температура 33,8 градуса с ожидаемым повышением до 41 градуса. Жарковато. В здании центра всегда поддерживается температура 20 градусов по Цельсию. Данный поезд направляется из помещений уровня 3, тест-лаборатории и административные здания сектора Си. Если вы направляетесь в охраняемую территорию за сектором Си, вам придется вернуться к главному пересадочному блоку в зоне 9 и пересесть на охраняемый поезд. Если вы еще не прошли процедуру идентификации личности в охранной системе, обратитесь к персоналу станции «Черное место» за помощью. Это необходимо для получения доступа в охраняемую зону. Из-за высокой токсичности микросреды в исследовательском центре, как следствие работы с материалами, запрещено курить, есть и пить в транспортной системе «Черной мессы». Ничего себе. Оставайтесь внутри поезда при любых обстоятельствах. Не пытайтесь открыть двери до тех пор, пока поезд не остановится полностью возле платформы станции. В аварийных ситуациях пассажиры обязаны оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. При необходимости покинуть поезд преимущество имеют люди с ограниченной возможностью. Остерегайтесь шин высокого напряжения и следуйте к аварийной станции до прибытия помощи. Пройдут сегодня в 19 часов в помещении на третьем уровне. Информация о предварительной экзаменовке персонала с высоким уровнем доступа 12 ноября. Помните, ваша жизнь и жизнь ваших коллег будет зависеть от качества вашей подготовки. Портировали ее на... У вас есть друг или родственник, который может оказаться ценным сотрудником «Черной мессы»? В данный момент имеются вакансии в области работы с материалами и низкоуровневой безопасности. Для получения подробной информации обратитесь к сотрудникам «Черной мессы». Если у вас есть знания и опыт работы в сферах теоретическая физика, биотехнология или другие высокотехнологичные области, вы можете обратиться в наш гражданский отдел кадров. Исследовательский центр «Черной мессы» предоставляет всем равные возможности. Напоминание всем сотрудникам «Черной мессы». Запланированные проверки уровня радиации и биологической угрозы являются обязательным условием работы в исследовательском центре «Черной мессы». Уклонение от прохождения обязательной проверки является основанием для немедленного уничтожения. Если вы почувствовали, что в процессе выполнения своих обязанностей вы подверглись действию радиоактивных материалов, немедленно сообщите об этом ответственному за радиационную безопасность офицеру. Работайте бдительно и благоразумно. От этого зависит ваше будущее. Где появились союзники у главного героя, то есть... Прибываем к тест-лабораториям сектора Си и административным зданиям. Сейчас пойдем. Пожалуйста, не подходите к автоматической двери и подождите, пока сотрудник безопасности проверит наличие доступа. Перед выходом из поезда убедитесь, что вы не оставили в нем личные вещи. Спасибо и удачного и безопасного вам дня.
Кажется, мистер Фриман, вы немного опоздали. Ужас. В общем, эту игру называли, ну, многие игры года. Вот. А разве нельзя это сделать потом? Это, к чему это он сказал, ну ладно. Вот, было много там дополнений выпущено, ну и на волне успеха этой игры. Да, быстрее что-то. Также еще были созданы официальные модификации, то есть Counter-Strike является как раз таки модификацией к Half-Life. Это прошло, ладно. Вот, потом Team Fortress. Так. Там. Продолжение Half-Life 2 было выпущено в 2004 году. Эй, мистер Фриман, у меня для вас были кое-какие сообщения, но минут 20 назад у нас случилась неприятность. Вышел из строя сервер, и я до сих пор не могу восстановить свои файлы. Кое-какие неприятности произошли в испытательной лаборатории, но я надеюсь, что все обойдется. Надеюсь, вы получите все сообщения, как только мы восстановим систему. Спасибо. Сюжет повествует о... Да, пожалуй, это слишком много значит. Пост... Ну, как сказать... Постапокалипсичес. Ладно, проехали. В общем, развитие сюжета, как я уже говорил раньше, происходит. Извини, Гордон, я занят. Господи, эй, прекрати. Что же это делается-то, а? Давай, Гордон, ты что, хочешь меня подставить, что ли? Что я сделал? Хочет еще есть? Фриман, я жду сообщения чрезвычайной важности. Я в этом уверен. А я дальше должен идти, что заступил. О, отлично, что я тебя встретил. Эйнштейн. Приветствую. Извините, но у меня четкий приказ не пускать вас внутрь без защитного костюма. Где мне здесь защита? Сейчас меня нельзя отвлекать. Пожалуйста, оставь меня в покое, пока я не закончу опыт. Привет. Тебе просто нужно подождать до конца проверки. Почему вы все? Добро пожаловать в защитный скафандр Марк 4 для работы в особо опасных условиях. Да, я что-то не рассказал, оборвал. Сенсор загрязнения воздуха включен. Контроль содержания организма включен. Автоматическая медицинская система включена. Замечательно, сэр. Система выбора оружия включена. Вот мы не можем увидеть ни персонажа, ни этого, ни... Короче, во время всяких этих скриптовых сцен мы можем спокойно управлять героем. Ну, там есть, конечно, парочка буквально скриптовых сцен, где приходится... Где приходится стоять ничего не делая. Вот, ну, он, соответственно, молчаливый персонаж, ничего не говорит. Вот. Ну, завязка сюжета происходит вот это. Извините, мистер Фриман, я на службе. Все нормально.
второй сможет в Нью-Мексико. Там нам уже сказали. Это молодой, главный герой, это молодой, талантливый... Фриман! А, Гордон, это ты? Мы только что начали тестировать образец. Хотя мы уверены на все 100%, но нам необходимо особое разрешение. Кажется, начальство таки думает, что мы сегодня сдадим окончательные результаты исследования образца. Но сдается мне, что они немного опоздали. Гордон, мы ждем тебя в исследовательской лаборатории. Причина. Ведь нам предоставляется уникальная возможность. Ведь такого чистого образца я и самый изменчивый из всех, что я видел. Что? Пожалуйста, оставь меня в покое, пока я не забыл. Теперь, если применить плавную процедуру анализа... Ну, не знаю, как ты можешь такое говорить. Хотя и не исключаю, что логичный Гордон не должен знать ни слова, что мы здесь говорили. Он специалист высокого уровня. Мы ручаемся головой, что все будет в порядке. Ты прав, Гордон. Мы в тебе полностью уверены. Так сделайте, что хотели. Хватит болтать. Хорошо, продолжайте. Доступ запрещен. Доступ запрещен. Мы поняли, давай. Хорошо, продолжайте. О, да. Наконец-то дальше идет. А, так, в общем... вся игра состоит из... там... сейчас скажу. Так, что делать надо? Хорошо, Гордон. Образец будет у тебя через несколько секунд. Если будешь так добр, что поднимешь задницу, то нам удастся выяснить почти все. Продолжай работать.
игра заключается. Ничего тебе должно его. Ёпстить. Дай бежать, мне позвони. Ёпстить. А, просто. Уйдите от меня. Я боюсь дотронуться до тебя. К тому же мы должны сообщить о нашем несчастье. Необходимо еще активировать сканеры. Думаю, все будут рады помочь тебе. Крабики. Выпустите меня, блин.
Кто-нибудь выпустит меня отсюда. Ладно, пошли обратно. Thank you.
Ну, игра, кстати, мне кажется, еще очень похожа на хоррор. О, да, 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 Ильич. Все, всем спасибо за просмотр. Я, в принципе, много рассказал о игре. Нифига в то же время. Так что всем спасибо за просмотр. Давайте.